Всем привет! Сегодня мы с вами делаем букет из фруктов. Для этого нам понадобятся яблоки, это Гренни Смит, лимон, хурма и мандаринки. Это очень, я люблю такие букеты. Почему? Потому что это витаминные, полезные подарки, которые можно подарить хоть кому, и он пригодится любому человеку. Берем также шпажки. И заматываем их так. Двух мало, значит, третью еще. Так, скотчем скрепляем. Ставим. Дальше берем яблоко. Их тоже лучше упаковывать в перчатках. Но так как это я не кому-то, а просто показать, то я без перчаток. Так удобнее показывать. Скрепляем снова скотчем. То есть вы, прежде чем, когда решаете, сколько вам сделать шпажек, вы смотрите, чтобы ваше яблоко держалось и чтобы шпажки их выдерживали. Так. Также мы сделаем два мандарина. Еще понадобится несколько листиков зелени для украшения. И берем их сразу еще, упаковываем в пищевую пленку, чтобы на них пыль не садилась, чтобы они были более такие чистые. Ну, побольше только сейчас я сделаю на остальные. Вот. Далее мы возьмем еще лимон, порежем его на две части. Все фрукты, конечно же, у нас вымыты. Вот какой он красивый, с косточками у нас получился. Мы его запаковываем в пищевую пленку. Один берем. Сразу же садим его на шпажки. Какой он твердый. Не проколешь. Так. Заматываем это все. Запаковываем. Так. И опять скотчем вот это все дело. Закрепляем. Точно так же второй. Берем лимончик. Для удобства мы сначала его насадим на шпажки, а потом уже будем упаковывать в пищевую пленку. Пищевая пленка у меня самая простая.
Взяла я ее в гипермаркете Окей. Это, конечно, не реклама. А так они, в принципе, в любом продуктовом магазине продаются и в хозяйственном. Так, закрепляем шпажки. Много взяла скотча, я его отрежу, чтобы не наматывать все это. Так, и упаковываем в пищевую пленку. Хорошенько так приглаживаем. Вот еще один наш лимончик. Хурма. Хурму мы берем. Также насаживаем на шпажки. Ее 100% на 4 шпажки. Потому что она такая у нас огромная, тяжелая. Да. Закрепляем наши шпажки. И пищевой пленкой заматываем. Берем пленку, кладем в нее нашу хурму и запечатываем. Все, наша хурма тоже готова. Так, я все упаковала в пищевую пленку. Еще какой момент. Смотрите, зелень. Как приклеить зелень? Вот я уже приклеила вот так вот, чтобы наш букет смотрелся более красиво и выигрышно. Берем наш фрукт, прикладываем к нему листик, скотчем приклеиваем вот именно к фрукту, потому что так он будет смотреться у нас выигрышнее. Сейчас покажу почему. Вот либо так, да, он, листик у него очень красиво сидит, хорошо. Либо если мы к ножке сделаем, вот так, то, сейчас я вам покажу, он у нас немножечко потеряется. Ну, этот, кстати, неплохо смотрится, а вот бывает вот так вот как-то и не очень даже они вниже, допустим, да. Ну, так вот он поинтересней. Вот два вместе можно сделать. Как вариант. Сделаем два вместе. Все. Эти просто стебельки вплетаем внутрь, и они нам не мешают. Теперь будем составлять букет. В центре у нас будут, скорее всего, яблоки, я так думаю. Тоже их, как и сладкие букеты с зефиром, складываем на столе. Дальше мы берем. С листиками у нас будут по краям. Так. Так. Желтенький мы добавим сюда. Серединку. Даже он пусть у нас вот так листиком будет смотреть. Оранжевый. Яблочко. И у нас, еще у нас хурма. Здесь будет сбоку хурма. И яблочко. Все это дело сцепляем скотчем.
собой. Можно сначала, допустим, взяли пару этих шпажек и соединили между собой пару фруктов. Либо вот так помучиться немножко. Дальше берем упаковку. У меня она будет в этот раз красная. Берем, кладем нашу упаковку на стол. Берем наш тяжеленный букет. Тут вроде немного этих наших фруктов, но они такие тяжелые по сравнению с маршмеллоу. Это вообще. Так. Стараемся все это скрепить. Так, мы еще обмотаем здесь скотчем поближе к фруктам. Все заматываем на несколько раз. Ну вот теперь уже лучше. Шпажки у вас прогибаются, это не страшно. Они тогда же лучше будут у вас держаться. Все, срезаем лишний скотч. И опять к нашей упаковке. Кладем упаковку. Упаковочную бумагу, на нее наш букетик, вот так. Далее смотрим, чтобы нам хватало с края вот тут, чтобы место оставалось для красоты. Аккуратно завязываем. Завяжем ее. Так, сначала скотчем, потом бантиком. Зеленым таким бантиком сделаем цвет нашей зелени. Крепче. Вот с фруктами покрепче надо их понадежнее закрывать, упаковывать, чтобы они у нас не свалились, не вывалились никуда. Так, тут мы степлером сделаем. Так. И сейчас мы бантиком еще сделаем и низ закроем. Отрезали мы кусочек бумаги и закрываем весь наш хвостик. Берем ленточку с
зеленую. Завязываю. Еще раз обматываем. Снова завязываем. Вот готов наш букетик. Сейчас я вам покажу получше. Вот он какой у нас красивый получился. Очень тяжелый. Тут больше килограмма. Кому понравилось, пишите в комментарии. Напишите, какие вы хотите еще букеты посмотреть. Может быть, что-то другое. Чем больше плюсиков, тем больше будет видео. Всем спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Всем до свидания.